Боже мой. У меня нет, даже на магазин не хватило. Хоть власти не готовы это комментировать, религиозные группы называют это днем Великого Суда. Поступает все больше заявлений о грубых нападениях на людей, которых съедают заживо. В нашем саду девушка. Вы слышите? Попробуй. Ой! О, боже, да она пьяная. Сколько же ты выпила? Эд, сделай что-нибудь. Я сейчас. Эд, посмотрите в объектив. Убери ее от меня. Вызови скорую. У них заняты, Эд. Пожарным. Зачем тебе пожарные? Любая машина с мигалкой. Они еще там? Да.